И следующая практика у нас будет крия. Шив-крия называется. Это сакральная практика, которая в древние времена была дана только мужчинам, не разрешалось практиковать женщинам эту практику. И сейчас мы можем сидеть и радоваться этой медитации. Мы будем чувствовать себя в процессе этого упражнения и после как единый такой сосуд. То есть наши все уровни совокупного сознания, как я понимаю, сгармонизируются, и мы будем в себе чувствовать такую незыблемую центрированность, сфокусированную центрированность в самих себе, в глубине самих себя, в глубине своего существа. И это упражнение дает нам то, что мы начинаем ощущать себя более качественно изнутри наружу, и также наше собственное присутствие на окружающий мир внутрь мы тоже ощущаем качественно. Мы ощущаем, понимаем, как мы действуем на пространство вне нас, какие энергии мы посылаем. Мы ощущаем себя, наше присутствие, нашу ауру вне физического тела на окружающее пространство и какой эффект она несет на других людей. Мы ощущаем себя вне тела, да, физического, и также ощущаем себя изнутри, так что это как бы работает таким образом: изнутри наружу, снаружи внутрь. Балансируем свои вибрации, ощущения свои балансируем. И мы будем работать, опять же, с песнью «Ракхе, Ракхе Нахар», медитировать молча. И опять же, если нет у нас музыки «Ракхе, Ракхе Нахар», мы можем поставить любую другую приятную для души спиритуальную духовную вибрацию, музыку, песнопения определенные. Мы сидим с прямой спиной в простой позе или в лотосе. Большой палец у нас на обеих руках будет оттопырен наверх. И большой палец символизирует наше эго, здоровье нашего физического тела, здоровое эго. Большой палец, палец наверх. Мы в кулак правой руки захватываем большой палец левой руки, и мы держим эту мудру, эту позицию не только на уровне сердечного центра, но и мы прижимаем к груди наши руки. Таким образом, мы имеем физический контакт с нашим телом и этой мудрой мы вот так вот себя скрепляем. У нас спина прямая, подбородок будет подогнут груди, глаза будут закрыты, мы не двигаемся, глубокое, медленное дыхание через нос, слушаем музыку «Ракхе, Ракхе Нахар» и просто глубокое, медленное дыхание через нос, мудра, эта позиция нашего тела сама будет балансировать нас, приводить нас в должное состояние сознания, балансировать наши чакры, наши составляющие энергетические, физические, на химическом уровне, очевидно, процессы будут мощнейшие происходить, раз такие обещания идут по выполнению этого упражнения, этой крии. Я поставлю музыку «Ракхе, Ракхе Нахар», и мы можем начинать. Мы выполняем это упражнение 11 минут. Если у вас нету этой музыки, вы путешествуете, нету возможности слушать мелодию определенную, просто молча сидите и выполняйте эту практику. Just a sad kid.
Oh, up with
Stuck in the mud, darling.
глубокий вдох. Выдыхаем. Очень хорошо, и я бы сказала, тоже очень умиротворяющая медитация, крия чудесная, сильная, правда. И всего выполняется она у нас 11 минут. Я думаю, можем уделить 11 минут нашего времени в день, на ночь, например, хорошо выполнять. Или даже днем какое-то успокоение идет, структурируется лучше наше пространство, внутреннее, внешнее, потому что мы находимся в большем балансе, ум в балансе, у нас находятся железы внутренней секреции, восстанавливаются. Конечно, так можно и заканчивать день, и начинать день с этой практики. Мы можем взять ее как 40-дневную практику, садимся с молитвенной позой. Молитвенная поза, кстати, тоже для баланса системы правого, левого канала, правостороннего, левостороннего. Мы будем всем желать гармонии, баланса, процветания, умиротворения. И пожелаем всем также света, осознания. May the long time sun shine upon you, all love surround you, and the pure light within you guide your way on, guide your way on. Большое спасибо. Очень благостные вибрации сегодня были. И заметьте, всегда на канале Йога.ру и на канале Йога под картинкой, под видео смотрите описание. Там обязательно стоит ссылка на исполнителя, где можно приобрести его песни, которые играют на видео. Вы можете приобрести посредством кредитной карточки через интернет, забить свой номер кредитной карточки, и вам загрузится тогда по ссылке та или иная музыка. И также бывают бесплатные сайты. Сегодняшняя композиция бесплатная. Загружайте тогда. Вся музыка, которая используется на занятиях, она вся идет только с согласования с артистами, поэтому вы всегда увидите ссылки на информацию их сайтов и новых альбомов. Сатнам, хорошей вам всем практики!